И снова к теме коммунальной инфраструктуры. В Твери продолжаются работы по содержанию и ремонту улиц на дорожной сети города. Муниципальное предприятие ЖЭК занимается этим в ежедневном режиме. Подробности далее. Вот такие работы по устранению дефектов дорожного покрытия можно увидеть в частном секторе каждого района города. В начале недели на улице Халтурина сотрудники МУП ЖЭК заделывали ямы на дороге горячим асфальтобетоном. Дороги делаются там, где они необходимы. Поликлиника располагающаяся на этой дороге. И подъезд к ней должен быть комфортный, без ям. Свыше 30 тысяч квадратных метров – такова общая площадь городских объектов, где этим летом был выполнен аварийный ямочный ремонт. Работы продолжатся до конца строительного сезона. Кроме того, укрепляются верхние изношенные слои проселочных дорог асфальтобетонным гранулятом, что помогает дороге простоять в удовлетворительном состоянии несколько лет. И еще один важный вид работ – ремонт и замена дорожных ограждений. В настоящее время работы по демонтажу старых ограждений начались на улице строителей. Не раз вставал вопрос о том, что необходимы новые современные ограждения вдоль дорог. Очень рад, что наконец жители были услышаны. Сейчас производится демонтаж старых, уже морально устаревших ограждений. Работы по замене ограждений проводятся в каждом районе города. Также в круглосуточном режиме ЖЭК осуществляет уборку и мойку объектов уличной дорожной сети, вывоз смета и мусора. При благоприятных погодных условиях продолжаются работы по нанесению дорожной разметки.